Здравствуйте. Сегодня мы проходим тему производные пиролидина, индола, индолилалкиламинов и эрголина, а также посмотрим методы синтеза и анализа эдезерпина. На данном слайде подведен план занятия, и мы начнем с анализа платифилина, гидротартрата. Также далее разберем характеристику производных индола и индолилалкиламинов. Разберем методы анализа, какие физико-химические используются для анализа той или иной фармацевтической субстанции. В данном слайде приведена структура платифилина. Исходя из структуры, мы уже видим, что здесь находится несколько асимметрических атомов углерода, и, следовательно, данное соединение будет у нас оптически активным. То есть первым методом анализа это измерение удельного угла вращения. Какие качественные реакции мы можем провести? Например, обесцвечивание бромной воды, в этом случае пойдет разрыв пи-связи и присоединение брома. Второе, обесцвечивание перманганата калия. В этом случае у нас произойдет присоединение, разрыв снова двойной связи и присоединение двух OH-групп. Эту реакцию еще называют реакция Вагнера. Подлинность устанавливают по реакции с реактивом Майера, который состоит из иодида ртути 2 в растворе иодида калия. То есть фактически здесь образуется комплекс гидраргирум йод 4 2 минус, и который уже взаимодействует с азотистым основанием, то есть выпадает в осадок. Комплекс белого цвета. Если говорить про количественное определение, то мы можем использовать спектрофотометрию. На данном слайде подведен УФ-спектр платифилина. И по максимуму поглощения мы при длине волны 220 нанометров строим калибровочный, градуировочный график, и по нему потом можно определять количество платифилина. Когда вы работаете в этой области УФ, вам необходимо делать специальную пробоподготовку, то есть дегазацию, для того, чтобы удалять растворенные газы, иначе они могут влиять существенно в данной области спектра. На данном слайде подведен ЕМР-спектр платифилина. Здесь видно, что в области сильного поля у нас достаточно много сигналов, характерных для алифатических атомов углерода, и несколько атомов углерода, которые, допустим, связаны в карбонильной группе, либо в службе эфирной группировки, они у нас в области слабого поля. Какие качественные реакции мы можем провести? Это реакция на сложную эфирную группу, гидроксамовая проба. Если вы посмотрите на структуру платифилина, то там циклический эфир. Поэтому при гидроксамовой пробе у нас произойдет разрыв цикла с образованием соответствующей гидроксамовой кислоты. И все гидроксамовые кислоты, они образуют комплексы с тяжелыми металлами, такими как железо, медь и другие. То есть здесь соотношение идет 1 к 3. Образуется у нас цветной комплекс. Ну, как я показывал, платифилин содержит несколько асимметрических атомов углерода, и поэтому удельное вращение должно быть в диапазоне от минус 38 до минус 40 градусов. Качественная реакция является взаимодействие платифилина с
сульфатом железа 2. И здесь, скорее всего, фиолетовое окрашивание связано с тем, что идет образование N-оксида и последующее образование комплекса. Тартрат мы устанавливаем по реакции с хлоридом калия, образуется белый осадок тартрата калия. При нагревании на водяной бане смеси платифилина гидротартрата с концентрированной серной кислотой в присутствии бета-нафтола возникает зеленое окрашивание. Это возникает в результате того, что винная кислота, она у нас под воздействием серной кислоты идет разрушение до глиоксаля и муравьиной кислоты. То есть вот так вот идет разрыв связей. И далее вот муравьиная уже кислота вступает в реакцию конденсации с бета-нафтолом, с образованием ауринового красителя. Как и все алкалоиды, платифилин можно количественно определить методом титрования раствором хлорной кислоты в безводной уксусной кислоте. И в качестве индикатора используют кристаллический фиолетовый. Вот представлена структура кристаллического фиолетового, и вы видите, при протонировании происходит у нас изомеризация структуры, и поэтому изменение из-за увеличения цепи сопряжения происходит смещение пика поглощения для данного соединения из ультрафиолетовой области в видимую область спектра, поэтому данное соединение у нас уже обладает светом в видимой области. То есть вы видите, что здесь произошло отщепление OH-группы и образованием двойной связи, и вследствие чего все три кольца, они взаимосвязаны. То есть идет гиперсопряжение. Количественное определение. Помимо метода спектрофотометрии, можно еще использовать йодометрическое титрование в насыщенном растворе хлорида натрия. За счет чего? Потому что у нас здесь есть непредельная связь. На данном слайде подведен биосинтез платифилина. И если вы пройдете по данной ссылке, то вы увидите детали биосинтеза. Теперь мы разберем производные пирола. Пирол является пятичленным гетероциклом с одним атомом азота. При этом данное соединение достаточно легко окисляется на воздухе, поэтому его хранят в темной посуде. Также пирол взаимодействует с щелочными металлами и с образованием амидов. То есть вместо водорода здесь будет, допустим, атом натрия либо калия. Для пирола характерна реакция электрофильного замещения, потому что здесь неподеленная пара электронов на атоме азота, и у нас сопряжение этих электронов с пи-электронами кольца, то есть шестиэлектронная система. И для закрепления материала вы должны прописать у себя в конспекте, сколько пи-электронов в системе у нас, и в какой гибридизации находится атом углерода. И представителем пирола, который используется как вещество медицинского назначения, это йод поведон. То есть это комплекс поливинилпиролидона с йодом. Данное соединение обладает темно-оранжевым цветом. Это аморфный порошок со специфическим запахом йода.
Как получают пиролидон? Здесь происходит конденсация аммиака с лактоном 4-оксибутановой кислотой, амиды 4-оксибутановой кислоты, после дегидратации которого образуется пиролидон-2. И пиролидон-2 уже когда взаимодействует с ацетиленом, образуется у нас винилпиролидон, после чего который мы можем заполимеризовать с образованием поливинилпиролидона. Другой метод синтеза метилпиролидона заключается в конденсации ацетилена с формалином. При этом образуется бутин-2,1,4-диол, после чего идет восстановление ацетиленовой связи и последующее окисление и реакция дегидратации. При этом образуется лактон 4-окси. Или бутиролактон. Лактон подвергается конденсации с метиламином с образованием N-метилпиролидона. Это данное соединение используется в основном как растворитель, высококипящий растворитель. На этом слайде приведен другой метод синтеза и ссылка для тех, кому интересно посмотреть метод синтеза. Два пиролидона как полупродукта получения винилпиролидона и поливинилпиролидона. Ну вот эту схему мы разобрали на предыдущем слайде. А здесь идет присоединение по тройной связи с образованием винилпиролидона, который дальше полимеризуется с образованием поливинилпиролидона. Поливинилпиролидон во время Второй мировой войны использовался в качестве кровезаменителя для поддержания необходимого осмотического давления. Если его используют как кровезаменитель, тогда там молекулярная масса не должна превышать 40 тысяч дальтон, потому что до этой молекулярной массы он выводится через почки. Поливинилпиролидон, йод-повидон, он дает характерную реакцию на йод с раствором крахмала сине-бурое окрашивание. Если мы посмотрим теперь идентификацию, можно провести по ИК-спектру. На данном слайде приведен ИК-спектр поливинилпиролидона чистого и его комплекс с йодом. Вы видите, что спектр отличается. Вы можете использовать библиотеки, которые идут с прибором ИК-спектрометром, и которые позволят вам определить, идентифицировать, то есть здесь у вас комплекс или просто... То есть даже возможно построить калибровочную кривую по определенному пику и количественно определять содержание комплекса в поливинилпиролидоне, комплекса йода. Количественно мы йод определим с помощью титрования по реакции сульфита натрия. С йодом образуется сульфат натрия и выделяется йодоводородная кислота. Качественная реакция на йод – это с раствором азотно-кислого синебра образуется осадок желтого цвета, либо с радонистым аммонием образуется тоже осадок желтого цвета. И избыток радонистого аммония можно определить по реакции
образование красного цвета радонистого железа Т3. Также количество активного йода можно определить с помощью титрования тиосульфатом натрия. Так, следующий препарат, который мы разберем, производная пиролидона, это пироцетам, относящийся к ноотропным препаратам для улучшения кровообращения и мозговой активности. Так, идентификацию можно провести по ИК-спектру, так как у нас здесь функциональные группы не очень активные, поэтому какие-либо качественные реакции будет тяжело применить в условиях обычной лаборатории. Что мы видим по ИК-спектру? Это наличие амидной группы в области от 3200 обратных сантиметров, карбонильная группа в области 1720 обратных сантиметров, ну и вторая карбонильная группа в области 1680 обратных сантиметров. Далее производные индолы,